22 мая 2018 года. Котлованы за поселком Зубовск. Тут гравий добывает. И после этого вот такие котлованы остаются. Кто не знает, вот, пожалуйста, летом можно тут купаться. Вода, говорят, теплая. Рядом бухтарма текет. Вот за этими. А вон там за бугром, за деревьями. Красотища тут. Глубина тут тоже нормальная. И рыба есть, походу. Вон рыбаки рыбалят.